Каждая из картин выставки «Была весна, была победа» пронизана темой воспоминаний, признательности и любви художников к тем, кто своими жизнями принес мир на эту землю. Картина Веры Язевой «Память» на первый взгляд очень лаконична. Угол деревенского дома, ветка цветущей черемухи и красная звезда на одном из бревен. За простой композицией скрываются воспоминания детства. Будучи школьницей, Вера была активистом пионерской организации. У нас на домах таких звездочек было очень много. Эта звездочка говорила о том, что в доме жили или живут участники Великой Отечественной войны. И мы, как тимуровцы, мы ходили помогать. На выставке представлены работы 5 художников, участников клуба «Арт-Позитив». Это не только картины, но и коллажи с фотографиями и творческими работами их бабушек и дедушек, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Рядом с портретами стихи, вышивки, вязание. Все люди, которые здесь у нас представлены, они поэты, они художники. Если женщины, то это рукодельницы, творческие люди. Для коллажа с портретом своей мамы Вера Язева использовала кружево ручной работы и награды женщинам. Такие композиции создают особенную атмосферу, словно это выставка двух поколений – участников войны и их внуков. Особенность выставки в том, что на некоторых работах отсутствуют рамы. Просто по той простой причине, что ничего не работало. Невозможно было оформить ничего, но от этого выставка, наоборот, даже как-то выигрывает и как-то смотрится по-иному. Гуашь, акварель, пастель, уголь – техники самые разные. Каждая картина – это история жизни и любви к природе, к людям, к своей родине. Познакомиться с творчеством художников клуба «Арт-Позитив» и посмотреть их картины можно в часы работы библиотеки, без возрастных ограничений. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24.